Всем доброе утро. Сегодня наш утренний обзор будет происходить на пляже, а может быть даже не на пляже, а между пляжей. Ух ты, какая волна была! Вот чего, ребята, блин, это я удачно зашел. Я пойду туда, на свишки, если форсирую эту водную преграду. Посмотрите, какая красота. Ого. Это надо видеть. Только что была замечательная, шоколадная, питательная волна на пляже с виском. Людей, как видите, здесь уже нету. Но есть отличное море в лучах солнца. Ух ты, смотри. Сейчас пойду чуть-чуть дальше, там солнце светит поярче. Вот такой вот у нас сегодня утренний обзор. Я уже не буду вам рассказывать про температуру воды и воздуха. Как видите, во всяком случае, на Свистском купается очень мало людей сегодня. Я думаю, завтра все будет нормально. Водичка все равно где-то 20-21 градус. Вполне отличная вода, я скажу по секрету. Температура воздуха с утра, 8 часов, когда я выходил, специально посмотрел на термометр, была 18 градусов. Ну, в принципе, времени прошло не так много, что где-то 18. Ой, господи. 8.20, может быть. А мы полюбуемся утренним морем. Очень красиво. Волна, как говорится, волне рознь, поэтому есть как и большие красивые волны, вот типа вот этой. Так и поменьше. Почти до меня дошла. Обалденно, я уже хочу подняться чуть-чуть повыше, туда вот пляжу с виском, чтобы показать вам чуть-чуть другую картинку сверху. Вот пока я поднимаюсь наверх, волна решила сильно не волноваться. И сбавить обороты. И потом набрать мощь, когда я поднимусь наверх. Все отлично, солнце светит, и утро просто замечательное. Когда я встал, о, это что у нас, 103 опять едет, московский. Вот видите, судьба снова нас с ним свела. Вы его только что посмотрели, ну правда вчерашнем исполнении. А сегодня он приехал к нам опять и привез вот последние вагончики машинки. Наверняка. Итак, я забрался повыше. Это пляж Свиски. Немножко я волнуюсь за его состояние в этом месте, но... Ну, это другой вопрос. Смотрите. Обалдеть, хорошая волна идет. Возможно, конечно, большую волну буду смотреть снизу, но... Что-то я очки... О, дядька идет. Купаться сейчас будет. Плавочка. Красавчик, не то что я. Смотрите. Смотрите. Конечно же, слушайте, не меня, а что там происходит.
ya. Esta embalsada una vez más. Ah, pues que te toca muy bello. Замечательное утро. Там тоже такая красота. Смотрите, может быть, даже я зря поднялся, но вот надо бы чуть-чуть поменьше. Ой, я не могу прям, смотрите, какие. Я сюда вот приду. Буду тут ждать. Ну вот я пришел, как всегда. Волна стала меньше. Сейчас, сейчас, подождите, они сейчас уже придут. Подойти еще поближе. Я бы оставил камеру на каком-нибудь из камешек, но боюсь, смоет его нафиг. Вместе со всей красотой. Так, похоже, море успокаивается. Вот именно на этом промежутке, как только я спустился. Рискнуть подойти поближе. Блин, этот камешек накрывает полностью. Ладно, пойдемте туда. Сегодня я планировал утренний обзор на пляже Дельфин, но получилось, что свистки. Значит, как-нибудь в другой раз получится у нас. Замечательная погода, замечательные ровные такие камешки, обалденные волны, и всем доброе утро. Кажется, идет волна. Проходите, проходите. Ноги помочить, не вода, ёлки. Вот это здорово.
теплая. А я вот что-то не готов намочить. Фиксами намочить. А? Местный. Вот парнишка ходит. Говорит, вода теплая, говорит, ноги хотя бы помочь купаться не это. Ну. А ноги помочить здорово. В общем, ребятки, море теплое. Ветра на берегу нет. Я вас не зазываю, уже поздно. Просто делюсь с вами информацией. Всем еще раз доброе утро. Такое красивое доброе утро. Замечательно. Солнышко вышло, совсем другое настроение. Люди вон гуляют по утрам, смотрят, бродят прям по песочку, по камешкам. Некоторые снимают. Вот главное убежать вовремя. Как бы вот так. Привет с пляжа Твистова. А я потихонечку потопаю домой, выкладываю вам этот ролик. Ну а дельфин подождет. О, даже вороны пролетели, смотрите. Тут были голуби, тут были вороны. Вот так вот. Ну, все. Всем пока, до новых встреч в эфире, ребята.